то Бог велио, ко Бог наш. Ти, напевно, помітив, наш добрий друже, що життя наше – це постійне долання будь-яких труднощів. Втім, якщо людина має міцну віру, то ці труднощі іноді і не помічаються. Шукайте насамперед Царствія Божого, навчають нас святі отці, а все інше додасться. Господь в своєму Євангелії своїм ученикам і через учеников всем нам, православным христианам, говорит очень важные слова, которые являются, можно сказать, даже и заповедью. О том, что ищите прежде всего Царство Божьего и правда Его, и все остальное приложится вам. Человек сегодня современный, это человек того времени, времени Христа, он всегда суетился. Человек, он прилепляется к земному, к вещественному и забывает о том, что наша цель – цель наша – это спасение и стремление к жизни вечной. И человек ищет прежде всего того, что его приземляет, того, что делает его земным. Этих богатств, удовольствий, разных развлечений. Но Господь останавливает нас, говоря, что прежде всего ищите Царство Божие. Царство Божие – это прежде всего реальность. Это не фантазия, это то, что внутри нас. То есть это то, те заповеди Божьи, это те, то стремление, та вера, в которой живет православный христианин. И еще Господь сказал, что Царство Божие внутри нас есть. То есть если человек имеет крепкую веру, чистое сердце, если человек стремится ко спасению, стремится соединиться ко Христу, то в нем уже начинается зарождаться вот это Царство Божие. И как учили святые отцы, что человек может жить на земле, но уже быть в Царстве Небесном. Это мы видим на примере многих святых, которые удалялись от мира, от этих всех развлечений, которые не искали этой суеты. Они увидели, что все земное, все суетное, оно скоро проходящее, оно не вечно. И уходили от этого через, конечно же, любовь к Богу, через веру и через исполнение заповедей Его. То есть через исполнение тех заповедей, которые Господь дал через пророка Моисея, еще в Ветхом Завете, и через те заповеди, которые Господь сам уже дал своим ученикам, через те заповеди блаженства. Он говорит, если вы будете стремиться ко спасению, то и Господь будет обитать в вас. Поэтому каждый христианин, если он действительно христианин, если он действительно ищет спасение, он прежде всего начинает искать Царство Божие и правду Его. Через послушание Церкви, через исполнение этих заповедей Божьих, через жизнь благочестивую, через жизнь богоугодную, через, самое главное, любовь. Любовь к Богу, любовь к ближним, потому что без любви невозможно ничего достигнуть. Потому что сам Бог – это любовь. Поэтому мы должны все стремиться больше всего переживать и думать о том, что будет со мной тогда, когда я буду предстоять пред Богом. Ведь все мы не вечны. И искать прежде всего Царство Божьего, стремиться к Богу, стремиться соединиться к Богу через пост, который мы сегодня переживаем, пост Петров, через участие в таинствах, исповеди, святого причастия, через то, что нам говорит Церковь. Поэтому, исполняя заповеди Божьи, живя так, мы начинаем в себе развивать это Царство Божие, о котором говорит Господь. И тем самым удаляться от той суеты, от того всего, что нас отдаляет от Бога. Но суета сегодняшнего дня иногда настолько плотно закручивает людей, что нет времени, даже минуты нет, чтобы подумать о вечном. И очень сложно стряхнуть пыль этой суеты и свой ум вознести
высоко к небу, чтобы именно прочувствовать всю глубину слов, которые вы только что говорили. Как научиться не поддаваться суете? Прежде всего, мы должны иметь крепкую веру. Ведь вера – это осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Как говорит апостол Павел в послании к евреям. Если человек имеет веру, он понимает, что так возлюбил Бог мир, что Сына Своего Единородного послал в мир, чтобы через веру в этого Сына Единородного человек имел жизнь вечную, как говорит нам Святое Писание. И, конечно же, человек, имея эту веру, научается любви, любви к Богу и уже понимает, что все на земле суетно. Что если, допустим, вчера это был молодой человек, который любил ходить на дискотеки, ходить развлекаться, а сегодня это уже другой человек, потому что у него есть вера, и он понимает, что это не спасительно, что спасительно быть в церкви, жить с Богом, жить в Боге. И тогда, конечно, человек удаляется от этой суеты. И опять же, мы видим это на примере тех подвижников, тех людей, которые угодили Богу. Они удалялись от мира, они не хотели быть в дружбе с миром, что понимали его суетность, его погибель. Конечно, все зависит в первую очередь от веры. Если мы имеем веру, то мы будем стремиться к этому спасению. Если веры нету у человека, то, конечно же, это очень тягостно и погибельно. Отец Максим, как вы полагаете, веру ведь тоже нужно развивать в себе? Это тоже работа над собой? Как учит Святая Православная Церковь, вера – это дар Божий. Дар Божий, который дается Господом нам, всем. И, конечно же, если человек этот дар не бережет, если человек в себе дар этот не возгревает, не развивает, то вера его может погаснуть. И Господь потом спросит, где твоя вера, которую я тебе дал, для того, чтобы ты через веру сам стремился к спасению и через веру спасал тех людей, которые возле тебя. И, конечно же, если человек, осознавая свои грехи, кается в своих грехах, если человек, осознавая любовь Бога к человеку, к своему творению, конечно же, он через вот это укрепляется в вере. Он укрепляется в вере через видимый мир, как просыпается природа. Значит, кто-то за ней промышляет, как питаются птицы, как питаются животные. Ведь Господь сказал, что посмотрите на полевые лилии, как они красивы. И никто их не греет, никто их не... И человек тоже вот суетится. И когда траву вот эту, вот эти лилии, которые сегодня они цветут, они красивы, завтра они иссохнут и их спалят, конечно же, как вы маловеры, Господь говорит людям, переживайте о всем этом суетном. Ведь Господь же печется и о вас, дая вот эту веру, дая стремление человека к спасению. Отец Максим, в пост, и не только в пост, Святое Евангелие и священники наши призывают людей к покаянию. Но очень часто можно услышать о том, что я не украл, я не убил, я хороший человек, я веду себя нормально, я живу как все, мне не в чем каяться. Самое главное в христианине – это видеть свои грехи. И человек по мере приближения к Богу, по мере приближения к спасению, он видит себя как великого грешника. И если человек встречается нам на пути, который говорит, что я безгрешен или я не имею никакого греха, то, конечно же, это человек, который, в первую очередь, он удалился от Бога, удалился от понимания главной цели человечества, это спасение. И мы видим на примере вот святых, которые, будучи великими святыми, умирали, и они уже будучи в святости, живя на земле свято, они говорили, что мы еще ничего не достигли, мы великие грешники. Это опять же подтверждает те слова, что человек по мере приближения к Богу, вот приближения к Богу как к свету, он видит себя очень грешным и немощным. Поэтому и вот жизнь должна быть
В жизни нужно трудиться, чтобы увидеть свои грехи. Это не сразу приходит. Это не человек обычно привык, вот приходит в церковь, и завтра он хочет, чтобы уже быть святым, достигнуть каких-то высот духовных, а потом получается, что и последнее хуже, чем первое. То есть из-за того, что человек не видит своих грехов, он видит себя, будучи уже там, раз пошел на исповедь, исповедовался, причастился, все, он уже чего-то достиг. И, конечно же, так он не увидит своих грехов, так он не увидит свое состояние. Через самоуничижение, через смирение, через терпение всех трудностей, скорбей, Господь через это очищает душу человека, очищает его сердце, и он видит, понимает, что какой он все-таки пред Богом грешен. Это очень важно нам увидеть свои грехи, понять, что мы, даже если мы каемся, но все равно мы великие грешники, потому что мы то, что сделал для нас Бог, придя на землю, за нас распявшись, взяв на себя наши грехи, мы как недостойны этого. Поэтому мы должны осознавать, что мы все-таки великие грешники, и только через благодать Божию мы можем приблизиться к Богу, очистив свое сердце терпением скорбей, разных там ситуацій, які посилає там Господь. Тож, друже, будемо сподіватись на милість Божу, яка відкриє нам очі духовні і захистить завжди. Слава Богу за все!